что он делает, чухает. Да. Если черный такой, этот серый такой черному делает или нет? Серый такой черному делает или нет? Не знаю. Да. Перевернулся. Доброе утро. Доброе утро. Вот Тилька сидит. Доброе утро. Ковер мой любимый. Вас встречали мои крыски. Теперь я вас встречаю я. Только что помыла голову, сходила в душ. Такое интимное видео сегодня. Не, ну шучу, конечно. Кому-то не это. В общем, за колонки еще не звонили. И за этот, блин, за кольцо тоже. Так что жду. Сейчас буду умываться умывалками, мазаться кремами. Буду выглядеть вообще супер-пупер. Я вообще супер-пупер красотка. У нас сегодня голубое небо вообще без облаков, без облаков. Снега вижу нет, но по прогнозу походу было написано гололед, что-то типа такого. Поэтому сегодня тоже на дорогу будет весело, поэтому будьте аккуратнее. Солнечный день, небо голубое-голубое и мороз. Очень нравится, когда на ветках вот так снежок ложится. Лед. Гололед сегодня я смотрела по погоде. Ну, по-моему, во всех областях Украины снег, и вот так холодно. Ну, не то чтобы холодно, но такое. По-моему, очень красивая картина мы наблюдаем зимой с вами. Сейчас едем за кольцом, потом за колонками. В общем, я надеюсь, что хоть сегодня день удастся. В кино я немножко попозже съезжу. Собачками. Надо Филю, кстати, вывести сегодня, посмотреть его реакцию на снег. Он его еще ни разу в жизни не видел, живил. Приеду домой, больше покажу. Мне нравится, что от USB нет этого от провода обычного. Все, распечатаю, вам покажу. Спортмастер рядом с ним. Там тоже какой-то магазин одежды. В основном магазин одежды и техники. Сейчас заберем колечко, уже раскатали. Доплатить там 530 гривен получается. Я внутри снимать не буду, потому что запрещено. Потом выйду, вам уже покажу кольцо на пальце. Смотрите, вот такое колечко. Плохо видно, я его потом приду домой ближе покажу. Камень, конечно, не тот, по-моему, топаз. Ну, в общем, я приеду, покажу, потому что у меня бумажка от этого кольца осталась дома. Класс. Зашли с мамой в наш секонд. Смотрите, большой, кстати, стал еще больше. Тут обычный, а там дальше люкс. Что тебе надо? Ну, чуть-чуть. Какая-то такая леопардовая. Платьечко со шоу. Ну, оно кофточка растянутая, получится платьечко. Поэтому немножко походим, может, мама все что посмотрит. И пойдем домой. Смотрите, ну еще такое, ну, я думала, хорошее. Мне вот такие пушистенькие нравятся. Короткая.
Я люблю мохнатца. Ну, черника тоже такая. У меня есть хорошие вещи. Нам чаще всего хорошие вещи летом попадаются. Все, ребята, сегодня последний день стояния елки. Сегодня мы ее разбираем. Делаю это практически вместе с вами. Не в прямом эфире, потому что сейчас не до прямого эфира. Такие штучки. Специально взяли коробку, чтобы поскладывать. Ну, Яся тут ходит. Звезда эфира. Игрушки. В общем, вот так разбираем потихоньку. Давайте сейчас я ее разберу и вам покажу уже ее без игрушек. Все. Разобрано. Сегодня будет выброшено. На призволяще. Это стали, кстати, я еще пока не знаю, буду у себя в комнате разбирать или не буду. Пусть. Или как-то вот, может быть, вы посоветуете по-другому гирлянду эту повесить. То есть, может, в форме какой-то другой. Сердечко, по-моему, советовали или еще что-то. Думаю, это будет интересно. И актуально не только под Новый год. Что все. Елка пока, Новый год пока. Сейчас покажу, что мы купили. Но, естественно, это главный гвоздь программы. Просто не настраивается фокус. Ну, вот такое колечко. Потом уже ближе в трансляции покажу. Если опять же виснуть не будет. Вот взяли вот такой шампунь. У нас уже заканчивается. Тут что Юля присылала, тоже хороший. Но мы решили попробовать с Мерека для пошкодженного та довгого волосся. Догляд. Ой. Догляд 10 рослин. Сейчас он ближе как-то. Ось пальчик мой. На синяя вот, ну, в общем, можете прочитать, что я не читала. 0% парабенов, силиконов. Ну, наверное, типа органическая шампунь, не знаю. Ну, может, кто-то пользовался, может сказать, какая она. В общем, вот такая смерека. Помните, песня такая есть? Ой, смерека. Мне, кстати, бутылочка очень стильная. Мне тут эти рисунки нравятся. Дальше взяли это для моей обуви. Вот такая краска для замши. Черненькая. Вот. Видите? Сейчас. Меняю руку, потому что неудобно. Краска Акура. Вот это уход за замшевой обувью. Вот. Теперь вот это для кожаных. Жидкая крем. Краска тоже для обуви. Мгновенный блеск. Это стоит 40. Это тоже 40. И вот эта щеточка. По-моему, тоже 40. Стоит. Тоже для замков. Это там между. Это так, это все слишком грязное. Такая щеточка. Конечно же, вот программа, это эти колонки, которые я сегодня испробую в прямом эфире. То есть, ну, как они выглядят, да? Надеюсь, что я могу это все сделать в прямом эфире, но давайте все это сделаем. А давайте, да, это все делаем в прямом эфире. Вот вы видите такие колонки. Мы вместе с вами их откроем, подключим, что да как, увидим уже в прямом эфире. Пусть будет такая интрига. В общем, у меня сегодня все получилось, что я хотела. Надеюсь, у вас тоже. До скорых встреч. Пока-пока.